канал. Сегодня снимаю видео о посылке. Посылка мне приехала от блогера Нафиса Уфа. Мы с Нафисой менялись. Такая поменяшка у нас не была. И ко мне приехала долгожданная посылочка от Нафисы. Ссылочку, девочки, я оставлю под видео на канал Нафисы. Очень интересный канал, много покупок с фикс прайс, влоги о жизни, о семье, о животных. Кому интересно, кто еще не знаком, заходите по ссылочке, знакомьтесь, смотрите разные видео. Ну и давайте покажу, что ко мне приехало. Первое, что мне приехало в посылочке, это был вот такой вот, бокс. Вот такой универсальный бокс малый. Здесь две секции, цвет оранжевый. Вот такой вот красивого цвета. У нас таких в фикс-прайсе не было. У него выдвигаются... Ага, они тут подклеены, да, чтобы не выезжали, наверное. Выображают, не могу. Вот такие вот боксики. Где-то они подклеены, что ли? Не пойму, что их где-то держит. Ага, все, извиняюсь, девчонки. Не доглядела. Нафиса, видимо, чтобы они не выезжали туда-сюда, склеила их скотчиком. Слышу, что где-то скотч держит. Не могу понять, где. В общем, вот такие вот ящички для канцелярии, для ручек, там, карандашиков, какой-то косметики. Очень удобные боксики. Буду пользоваться. Спасибо. Вот такая прелесть. Так, нам поставить, девчонки, снять. Вот такие вот бокс. Дальше. Также Нафиса прислала вот такой вот органайзер для косметики и аксессуаров. Раздвижной. И вот такой вот. Таких у нас тоже не было в фикс-прайсе. Я видела у девочек в обзорах. У нас таких не было. Буду пользоваться, пока не открываю, потому что на следующей неделе уже уезжаю в отпуск и решила оставить, пускай постоят, дождутся меня уже, когда приеду с отпуска, буду уже распределять их в свое рабочее место и так далее, что куда пойдет у меня. Также приехал еще вот такой органайзер, тоже для косметики и аксессуаров, но уже вот в таком положении. Такие интересные. На самом деле они такие малюсенькие. Когда в обзорах смотришь, у девчонок я когда смотрела, мне казалось, они такие большие прям. Нет, они такие вот маленькие. Совсем малюсенькие. Интересные такие вот органайзеры. Спасибо, Нафис, буду пользоваться. Дальше. Начну с самого большого, девочки, чтобы... Нет. Также Нафиса прислала вот такой... набор. Это у нас набор для душа, гель для душа и туалетное мыло от Камей. Это у нас утонченный аромат алых роз. Вот такой вот наборчик. Я еще не открывала, он запечатанный. У меня есть открытый такой набор, и этот пока пусть будет закрыт. Так, вот так вместить, чтобы влезть в кадр. Дальше. Также Нафиса мне прислала вот такой вот коврик. Коврик для выпекания. Это у нас 45 на 30 сантиметров. Силиконовый коврик. У меня такой уже в использовании один. И вот Нафиса мне прислала еще один. Пусть лежит у меня в запасиках. Теперь будет запасной. Спасибо большое. Вот так поставить. Дальше. Так, дальше. Приехал ко мне вот такой вот светильник светодиодный. Так, гибкая конструкция, позволяет задавать необходимый угол освещения. Посмотрите, какой такой интересный светильник. Я пока не открывала. На самом деле хочу его взять с собой. Я много вышиваю, клею, вырезаю и так далее. Бывает нужна подсветка. И я, конечно... хочу его взять с собой, он такой достаточно компактный и должен быть удобным.
Спасибо, Нафис, большое. В нашем фикс-прайсе таких не было. Буду пользоваться. Так, как мне так поставить? Дальше. Также Нафиса я просила. Прислала мне вот такой вот акриловый органайзер. Это я тут уже, извиняюсь, пыталась отлепить. Для косметических кистей, каких-то кисточек, карандашей, в общем, для косметики. Это я уже, девчонки, пыталась оторвать. Не люблю, когда вот эти все этикетки на вещах. У меня прям руки чешутся, сразу скорее хочется оторвать. Спасибо большое, Нафис, буду пользоваться. Один у меня стоит, уже есть в использовании. Этот хочу тоже забрать с собой в отпуск. На случай, если там не будет, то хочу взять с собой такой. Дальше. Также Нафиса прислала мне вот такую вот салфетку, да, коврик под посуду, 25 на 40, вот с такими замечательными розами. Смотрите, какая красота. Будем пользоваться. Спасибо. И также в тон этому коврику еще вот такие вот тряпочки, набор тряпочек из микрофибры. Такая вот прелесть, смотрите, как там один в один. Салфеток много не бывает. Всегда пригодятся. Буду с удовольствием пользоваться. Спасибо. И также было еще вот такое полотенчико. На такой вот смешной ручке. Вот такое вот полотенчико. У нас тоже таких не было в фикс-прайсе. Нафис, спасибо. Буду пользоваться. Дальше. Так, как нам как-то надо, девчонки, разложить, чтобы я уместилась. Дальше. Следующее, что ко мне приехало, это была вот такая вот красивая тетрадка. Смотрите, с цветочками. Вот такая вот прелесть. Такая интересная тетрадка. Тетрадки всегда нужны. Где-то что-то записать, написать. У нее все вот видели листочки. Можно ее использовать в качестве ежедневника даже, мне кажется. Неплохо будет смотреться. Спасибо большое. Буду пользоваться. Дальше. Также ко мне приехала вот такой вот набор. Это туристический набор емкостей для косметических жидкостей. Я покупала нечто наподобие наборчик, но там все бутылочки были такие вот, знаете, обычные. Не нашла такого набора. И вот Нафиса мне прислала уже более разнообразные такие вот бутылочки, более удобные. Нафис, спасибо большое, буду пользоваться. Следующее. Следующее ко мне приехало. Это были вот такие вот стиральный порошок. Универсальный от из линейки каждый день. Вот такой вот мешочки стирального порошочка. Будем пробовать. Я не пробовала из этой линейки порошки. Интересно потестировать. Здесь 50 грамм. Но я думаю, на сколько? На раз, на два раза. Смотря, наверное, какой объем стирки. Спасибо. Буду тестировать, пользоваться. Нужная вещь. Также Нафиса прислала вот такую вот. Тоже каждый день. Бумага влажная. Здесь 30 штук. Неплохие у них эти вот салфетки, тряпочки. В общем, очень хорошая линейка. Так что буду пользоваться. Лишним не бывает. Спасибо. Дальше. Также приехали вот такие смешные булавки. Такие вот булавочки. Здесь их 8 штук. Так. Создай своими руками. Компания или что это? Интересно. Так, вот такие вот интересные булавки. Спасибо большое. Будем пользоваться. Дальше. Также приехал вот такой вот гель. Это гель для душа чистой линии, фитотерапия, улыбнись новому дню, мята и сок алоэ. Я нашла у нас в городе практически все гели для душа. Но вот мята и сок алоэ не нашла.
Анафиса мне прислала. Вы знаете, обалденно пахнет. Приятный аромат, но почему-то вот мне пахнет яблоком. Да, пахнет, знаете, таким вот, даже бы не сказала, яблоком. Что-то такое. Да, зеленым яблоком пахнет. Все-таки, наверное, зеленым яблоком. Интересный такой аромат, прям приятный. Я не знаю, как будет в душе раскрываться. Здесь 250 миллилитров. Сейчас на лето, мне кажется, самое то. Анафис, спасибо большое. С удовольствием потестирую. Обалденный аромат, прям такое яблочко, знаете. Очень понравился. Дальше. Приехала ко мне вот такая пара. Это Ив Роше. Бальзам и шампунь для волос. Это у нас растительный уход для волос. Бальзам-ополаскиватель с жожоба и миндалем. Здесь 150 миллилитров. И также шампунь для восстановления без силиконов. Также восстановление с жожоба. Приятный аромат. Я уже открывала. Приятный, очень приятный аромат. Не скажу точно прям, чем пахнет. Знаете, девочки, чем-то вкусным. Чем-то вкусным. Я такой аромат не могу описать. К сожалению, вот не знаю, как с чем его сравнить. Но чем-то вкусненьким пахнет. Очень даже интересным. С удовольствием буду тестировать. Дальше. Также был еще один гель для душа от Ив Роше. Это бурбонская ваниль, наверное, да? Так, да, бурбонская ваниль. Вот такой вот гель. Здесь 200 миллилитров. Кстати, такая малышка вроде бы. 200 миллилитров стандартный. Приятный аромат ванильки. Да, очень приятный аромат. Но сейчас лето, жара, и ванилька, наверное, будет немножко тяжеловато. Я хочу его оставить на более холодное время. Постоит пока у меня в запасиках. Так что у меня не было такого. Спасибо, Анафис. Буду пользоваться. Дальше. Также ко мне приехал вот такой вот спрей. Это экзотический рай. Охлаждающий лосьон спрей для ног с экстрактом кокоса. Все уже эти спрейчики знают, все их любят. Это была вроде как была новинка. Спасибо, сейчас на лето пригодится, буду пользоваться. И также вот такой вот спрей, если я правильно назову, да, охлаждающий лосьон спрей после загара с витамином С. Ну, уже много-много раз говорила. На следующей неделе уезжаю в отпуск. Буду обязательно на море, поэтому необходимая вещь. С удовольствием возьму с собой, буду пользоваться. Пригодится. Спасибо большое, Анафиса. Буду пользоваться и уже потом вам о них рассказывать. Также был вот такой шампуник в посылочке. Два в одном. Это идеальный объем орхидея. Здесь 30 миллилитров. Я говорила, что хочу уйти от краски для волос, уже не краситься и, наверное, даже отращивать волосы. Ну вот пришлось постричься. Я думаю, как раз такой объем сейчас мне будет самое то. Спасибо, буду пользоваться. Пахнет, ну, как орхидея пахнет, не скажу. Приятный аромат такой, ненавязчивый. Даже не знаю, цветочное, наверное, то ли что-то. В общем, что-то косметическое. С удовольствием буду сегодня голову мыть и обязательно потестирую. Дальше. Также в посылочке было вот такое мыло от Elle Cosmetics. Это у нас мыло косметическое, ручной работы. Так, это у нас Deconeau, да, правильно, или как правильно называется-то мылка. Красивое вот такое мыло, необычное, посмотрите. В разрезе. Очень интересное. Такое, как ракушка, что ли. Интересное. Приятный аромат. Все тоже, думаете, мыла знают. Всем нравится. У меня есть пару мыл в запасиках. По-моему, такого даже нету еще. Положу пока в запасики. Дальше. Это еще не все. Также в посылочке была вот такая пара. Это у нас Avon, Планета Спа, райское увлажнение с маслом оливы. Была вот такая масочка для волос. Красивого цвета.
Знаете, самое интересное, вся посылка, она закрыта. Я не буду открывать. У меня есть сейчас стоят несколько открытых. И так как в отпуск, пока не буду открывать. Приеду с отпуска, уже буду пользоваться. Вот такая прелесть. Здесь 200 мл. У меня такой не было. И вот такой вот интересный лосьон для волос. Что хочу сказать. Самое интересное, я открыла коробку, когда посылку. Прям такой был аромат, знаете, практически все средства пахли. Вот, и не могла понять, чем пахнет. И очень испугалась, думала, что что-то пролилось. Ничего абсолютно не повредилось, не пролилось. Но вот, действительно вся коробочка пахнет этим лосьоном, по всей видимости. Потому что все пахнет прям такой сразу явный аромат скошенной травки. Такой вот. Мне напоминает скошенную травку. Почему я люблю оливу тоже. Вот такой интересный лосьончик. Здесь 60 мл. Ни разу не пользовалась такими вещами. Вообще, честно говоря, первый раз такое вижу. Я уже тут отклеивала, читала. Интересное средство. Обязательно сегодня хочу помыть голову и вот потестировать, попробовать. Спасибо, буду пользоваться. Дальше. Приехала ко мне вот такие вот баночки от Organic Kitchen. Укол красоты. Это у нас маска лифтинг для лица, свежее яблоко и органический ройбуш. Ого, не знаю, что это такое. Здесь 100 мл, думаю, все уже знают. Кто-то любит эти баночки, кто-то, ой, ругает. Не сломать бы, у меня свои, поэтому боюсь сломать, жалко. Вот такая она, так, на просвет она такого фиолетового цвета. Пахнет, интересно, как-то пахнет. Ну, вот яблоком пахнет, наверное, отдаленно яблочком. Будем пользоваться, пробовать. В пустышках уже буду о них рассказывать. Еще одна была баночка от Organic Kitchen. Это у нас цветок лотоса. Нежный гель для интимной гигиены. У меня такой был. Хороший гель. Как его назвать? Хорошая интимка, мне понравилась, хорошо моет, не раздражает кожу, не сушит. Вполне приятный аромат. Она, по-моему, если я правильно не открою сейчас, девчонки, переломаю все ногти. Как-то не хочется перед отпуском их ломать. Да, она тоже такого вот слегка, если присмотреться, фиолетового цвета. Так. И пахнет что-то цветочное, наверное. Приятный такой ароматик, ненавязчивый. Мне нравилось. Я использовала с удовольствием. Так что буду пользоваться и этой баночкой. Спасибо, Нафис, большое. Так, как нам уместиться в кадр? Это еще не все. Также был вот такой скраб для тела. Лифтинг эффект. Кофейный, омолаживающий. Это у нас с кофейным жмыхом и сливками. Это у нас фитокосметикс, народные рецепты. Посмотрите, какой красивый. Ага, где посмотрите, да? Все этикетками заклеили. На первый взгляд, когда смотришь, знаете, такое ощущение, как будто сахар с кофе смешали. Красивый такой скраб. Вот такой обалденный скраб. Посмотрите. Ой, ну аромат, конечно, мама, не горюй. Действительно, вот кофе с сахаром. Обалденный кофе я люблю. Так что, думаю, скраб тоже будет не исключением. С удовольствием буду пользоваться. Спасибо большое, Нафис. Сейчас летом это самое то. Дальше. Приехала ко мне вот такая вот красивучая коробочка с киской. Такая вот нежная. Вся такая мимишная коробочка. Это жестяная коробочка. Коробка металлическая. 16 на 11 на 4. Такая прелесть. Ну, коробочка была не пустая. Сейчас я вам покажу, что было в коробочке. Давайте поставим эту красоту. В коробочке был вот такой магнитик. Это у нас Уфа. Нафиса живет в городе Уфа. Вот такая прелесть. Я была в Уфе. Очень красивый город.
мне понравилось, так что. Но магнит как-то вот не прикупила, так что у меня теперь будет еще магнитик из Уфы. Надеюсь, на холодильнике еще место для магнитиков есть. Вот такая прелесть. Спасибо, Нафиса. Также в наборе был... Ой, простите, в наборе, в коробочке был вот такой вот наборчик. Это у нас набор для письма. Я в наших прайсах не видела таких наборов. У нас только-только начали в фикс-прайсе появляться сами сменные вот эти блоки. Посмотрите, здесь вот календарик. Ой, извиняюсь. Листочки для записи. И вот сюда можно поставить ручку. Нет, наверное, нет. Сейчас посмотрим. И вот так можно поставить ручку. В подставочку, да? Вот такой вот красивый набор. Спасибо большое, будем пользоваться. Муж уже присмотрел, сказал, ему на стол такое надо. Так что уйдет, наверное, сейчас к нему на стол. Вот такой вот наборчик. Так, куда мне? Не влазю. Дальше. Также в коробочке была вот такая открыточка. Вернее, конвертик. У ней была вот такая вот открыточка. Не буду показывать, открыточка подписана. Это личная. Было лично мне. Спасибо большое, Нафис. Спасибо большое за приятные, теплые слова. Очень понравился конвертик такой вот обалденно красивый. Действительно... Аккуратненько так сделано, приятно даже подписывать. Ну и, конечно же, что за посылка? Как же может быть посылка без маски для лица? Маска для лица с экстрактом граната. Так, для ухода для сухой и чувствительной кожи. Вот такая вот масочка интересная. Я даже не знаю, 153. Наверное, так компания называется лишь. А, интересно так. Beauty 153. Ну, во как, смотрите, какая интересная. Масочка Made in Korea. Корейские масочки вроде как неплохие все, я слышала. С удовольствием буду пользоваться. Гранат мне нравится. Я люблю средства с гранатом. Так что с удовольствием будем использовать. И также... Так, как мне достать? Была еще одна масочка. Вот такая вот 3D. Смотрите, какая прелесть. Интересная такая маска. 3D маска для лица с арбутином. Ого, как интересно. Будем использовать в пустышках. Если кому-то интересно, буду рассказывать. Это также Корея. Вот такие вот интересные масочки. Посмотрите, такая вот прелесть. Все, вот такая была у меня посылочка. Поменяшка. Спасибо, Нафиса, большое за посылочку. Очень интересная посылка. С удовольствием буду использовать все. Вот такая прелесть. Девочки, кому интересно, кто еще не подписан на канал Нафисы, обязательно проходите по ссылочке, знакомьтесь, общайтесь, дружите, меняйтесь, друг друга радуйте. Всем спасибо, кто был со мной до конца, кто смотрел меня. И всем до новых встреч. Пока-пока.